В юбилейный конкурс «Полного метра» вошли фильмы режиссеров, которые становились лауреатами киношока в разные годы. Посетили фестивали Алла Демидова, Иэни Нидзе, Александр Самойленко, Николай Досталь, Владимир Мирзоев и другие. Приз за лучшую мужскую роль получили сразу два актера – Тимофей Трибунцев и Йозас Бутрайтис. Гран-при фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм вручили продюсерам Серику Абишеву и Ольге Хлащевой фильм «Чума в ауле Каратас». В номинации «ТВ-шок», где победитель определяется зрительским голосованием, первое место заняла картина «Найти мужа» Дарьи Климовой, режиссера Ивана Мережко.